юноше, обдумывающему житье, решающему делать жизнь здравым. Скажу, не задумываясь, товарищи Державы. Вот я, собственно, хочу на эту тему говорить об русском. Мне кажется, конечно, задуматься в любом случае, в отличие от читателя Маяковского, но мне кажется, что Бродский как ролевой пример чрезвычайно важен. То есть я не буду сегодня говорить о поэзии Бродского, я не филолог, а я буду говорить о времени и месте, о том, как человек выбрал свою судьбу и стал тем 75-летия, которого мы так трогательно в нашем городе отметили. Значит, человек рождается в некий год, не по своему желанию, а потому что так сложились какие-то божественные намерения. Он обладает местом рождения, национальностью, варкнул некий режим, улучшается, человек болеет, влюбляется, кончает жизнь самоубийством, лежит напряжки, слов. У него очень сложная жизнь, и, как вы все понимаете, если у вас много молодых людей, ее довольно сложно планировать наперед. Значит, мы имеем случай удачи. Я бы хотел поговорить о том, как Виссарию Александровичу Бродскому удалось стать тем, кем удалось стать Виссарию Александровичу Бродскому. Виссарий Бродский родился, как вы знаете, 25 мая 1940 года. И это, с моей точки зрения, очень важный год рождения, потому что он был младшим современником великих шестидесятников. То есть, грубо говоря, и Высоцкий, и Валентин Распутин, и Василий Шукшин, и Евгений Евтушенко, и Эльдар Рязанов, и Борис Ельцин, и масса других людей, которые родились в 30-е годы и проявили себя в годы в эти были его старше. Он, что называется, обозначает верхнюю границу. За ним родилось только два человека, о которых мы уже сегодня поговорим. Это, ну, известных, естественно, это Сергей Довлатов и Алексей Хвостенко. Они родились в 1941. А потом уже никто особенно не рождался, особенно в Ленинграде, потому что наступила война, и дальше происходит некий бэби-бум, который начинается с 1945 года. Таким образом, и те, кто родился после войны, условно говоря, поколение Татьяны Толстой, Владимира Путина, Виктора Кривулина, если вы знаете такого человека, Виктора Парова, оно было младше Бродского. Оно тоже не очень сильно, да? То есть получается, что он более-менее некое геометрическое место точек, которая не принадлежит ни тому сообществу, ни другому. И это чрезвычайно важно, потому что, как доказали социологи, таланты, они всегда ходят стайками. То есть, если есть какой-то великий шахматист, условно говоря, 1828 года рождения, то точно вокруг него есть какие-то чуть менее великие шахматисты 1830 или 1826. Если Достоевский родился в 1821, то значит Тургенев в 1818, да? А Толстой на 7 лет моложе. То есть это все люди, которые сидели вместе, могли бы пить чай или поссориться, или вызвать друг другу дуэль. А потом страшный перерыв, и уже, скажем, в 1850-е годы никого, кроме террористов, не рождается. Только террористы Иван Петрович Павлов. Вот. И так всегда бывает. Поэтому Бродский отчасти принадлежит к этому поколению 60-х годов, а отчасти к 70-м, такому довольно странной группе людей, в которой прям, точно нельзя сказать, в чем они так особенно преуспели. Ну, в это сталинское время отец Бродского Александр Иванович, фотокорреспондент, фотограф. Тогда это не такая распространенная работа, как сейчас.
тогда фотографы называли фотохудожник, но он был именно что-то художник. То есть он был мастер съемки, прежде всего, средств массовой информации, а также для музеев. Как и многих людей, которые умели что-то делать, его в годы войны призвали в армию, конкретно во флот, и он снимал героев балтийцев на Кольском острове, в Кронштадте и во всех прочих остальных делах. А Бродский, Бродскому повезло, как, кстати, не дал этого пластинка, о котором мы должны говорить, потому что он мог бы остаться в Ленинграде, но так случилось, думаю, что не без офицера отца, отец был майор в это время, а зачастую полковником, ему, ей удалось эвакуироваться, Марии Моисеевне, маме Бродского, рожденный Вольберт. И она с родственниками, с племянником, сыном Йосифом оказалась в городе Череповец, так уж далеко от Ленинграда. Мы довольно мало знаем, на самом деле, про родителей Бродского. Совершенно очевидно, что при том, что он их очень любил, и расставание с ними было для него, как вы знаете, величайшей трагедией, это не была простая семейная пара, отношения там были очень сложными. Отец имел другую комнату на проспекте Газа. Я так думаю, что какое-то время они находились, как бы не объявляя об этом официально в разводе. Ну, а так или иначе, воспитанный мамой, Иосиф Александрович возвращается в город Ленинград в 44-м году, в возрасте 3 лет, и попадает в Ленинград. То есть начинает себя ощущать ленинградцем в довольно тяжелый для города период. Для страны и для города. Иосиф Бродский был еврей, и если бы он родился немножко раньше, то это не имело большого значения. А тут проблема заключается в том, что у Сталина был такой довольно важный принцип. Он заключался в том, что если у какого-нибудь народа есть родина вне Советского Союза, и это государство, то представители этого народа, они как бы не лояльны потенциально. Для Сталина вообще было важно потенциально. Он занимался, что называется, не точной бомбардировкой, а ковровой. До войны это были поляки, латыши, эстонцы, литовцы, финны, китайцы, турки. Ну, понятно, в принципе. А в 1948 году появилось государство Израиль, которое некоторое время колебалось между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Но в конце концов выбрало американскую ориентацию. В результате начинается официальный антисемитизм, который заключается в том, что евреев стараются ограничивать в их карьерном продвижении, а многих выгоняют с работы, сколько-нибудь хорошими. Ну и, собственно говоря, я уж совсем молодые, но евреи там 60-х и 70-х годов, это в основном дантисты, работники торговли и лечебники. И это вот именно с 40-х годов, они перестали быть заведующими институтами, академиками и так далее и тому подобное. А для Бродского маленького это было, вероятно, не очень важно, потому что бытовой антисемитизм в городе, конечно, существовал, но он был примерно таким же, как если у мальчика были очки, его называли очкариками. У нас город довольно толерантный, вместо других мест. Были люди, которые были очень ошпарены этой проблемой в детстве, как я их называли, жиденятами. Но мне не кажется, что у Бродского был поэтому какой-то комплекс по этому поводу, потому что он довольно малый, и мне кажется, всегда мог кого-нибудь пырнуть ножом, он всегда останавливался. Вот. Но так или иначе, папа потерял статус, был выгнан из флота. И для Бродского чрезвычайно важна история, которая случилась чуть позже, которую я сейчас скажу. Значит, Иосиф Александрович вместе с матерью и его как бы натуральным отцом жил всю свою жизнь, можно сказать, в Ленинградской, в этом доме, в Мурузе. И забавно, что он не знал, как это Мурузе, откуда происходит этот дом. А сама по себе эта история замечательная, и жалко, что он про это ничего не слышал, потому что он мог написать смешное стихотворение. В 1812 году
Наполеон должен был напасть на Россию, но Россия все еще находилась в войне с Турцией. И Турция, как это обычно бывало, эту войну проигрывала, но не ее. А нам надо было выводить войска из нынешней Румынии, потому что Наполеон должен был ударить в сторону Москвы. Сменить пятый командующий последним в 13 году Александр I назначил Кутузова, который, вообще говоря, терпеть не мог, потому что Кутузов, с той точки зрения, был нравственное животное, и так оно, видимо, и было. Он был силадон и даже предатель. И полководец стало не средним, что видно даже про Романа не было. Да? То есть Толстой не утверждает, что он видно. Но дикий хитрый, это никто отрицать совершенно не мог. И Кутузов был послан именно как дипломат. В 1812 году во время переговоров с турками, а не я, когда туркам, французам все время говорили, что турки не делайте, не пусть не заключайте мир с русскими, мы скоро нападем, и все будет у вас турок хорошо. Значит, он сумел купить, как называемого, драгомана делегации турецкой. Драгоман – это, значит, турки, они неплохо воевали, но были страшно некультурными. То есть, по-своему, они даже были, наверное, культурными, но они не на каких иностранных турках не были. Поэтому посредником между турками и миром были греки. И вот был такой князь Мурузи, он был драгоман турецкой делегации, и Кутузов заплатил ему огромные там деньги, 250 тысяч рублей, ну это по-нашему, я думаю, примерно миллиард, может больше. И с тем, чтобы он рассказал, чего, собственно, турки добиваются, то есть какие у них условия заключения этого договора. И говорит, что они готовы уступить нам Бессарабию, то есть нынешнюю республику Молдову. Ну и бог с ним. Значит, мы согласились на это, заключили мир. Армия Тармасова ушла помогать операционному Батпай Петули. Ну вот турецкая контрразведка разоблачилась при Камбодже, отрубила ему голову и выставила ее на щите. Не на щите, а в кол воткнула, да, шест, напротив главного православной церкви города Константинополь-Стамбул. Но в том договоре, который он заключил с Александром, было написано, что в случае чего русское правительство предоставляет его семье убежище и преимущество. То есть мы уже переселились в Россию, получили богатые земли в десантной Бессарабии, уже освоенные, мальчики пошли в пажеский корпус, девочки в Смольный институт, все прояснились с самыми знаменитыми русскими фамилиями. И вот внук этого самого Дмитрия Мурузи, Александр Константинович Мурузи, он на деньги эти построил дом, страшно забавный. И это такой дом, он сейчас разбит на коммунальной квартире, где, попав, значит, в коммунальный сортир, ты вдруг видишь, что над тобой нависает креатив. Значит, вот как это, я бы сказал, бессмысленно, излишне роскошно. Это такое южное высказывание, греко-левантийцы, что типа я не русский человек, я грек. Но как строили греки, по-видимому, архитектор Серебряков, которого он заказал, то он не очень понимал, и он построил дом в стиле Альгамбры. Это такая неожиданная Испания в центре Петербурга. Ну, помимо Бродского, но мне кажется, что ему было бы интересно, он это не слышал, я ему как бы рассказывал. А квартира князя, она вдоль Литейного проспекта, на Билетаже. И там, когда проходите, увидите, что там есть отдельный вход, который в лестнице идет только на второй этаж, дальше она не идет. И там вдоль всего лицевой стороны Литейного проспекта есть квартира самого князя с фонтаном, значит, с креатинами, с какими-то, как называется, гонтовое покрытие, такая картопа такая, гренада. Это тоже была коммуналка, но, значит, ее выкупил некий анонимный сим. Какой-то благородный сим выкупил его, постепенно восстанавливает, но никого туда не пускает. Не удалось там побывать. И, конечно, это придет эшелоновое ощущение, особенно если понимаешь, что именно там занималась
знаменитая студия Николая Гумилева «Звучащая раковина», это уже 18-й год, где учился Зощенко, Кирова, Адоевцева, но и много кого еще, это Васильевич, Георгий Иванов. Ну и этот дом же известен еще и другими литературными делами, той самой Барановой Нижегородской. Жили довольно долго, до 1915 года. Такая привлекавшая всеобщее внимание троица. Прости нас, депутат Милонов. Философ Мережковский и Зеленый Петрус, которые находились друг с другом в сложных отношениях, ничего про эти отношения не знаем, потому что Зинаида Николаевна была действительницей. Но, значит, естественно, это возбудил тихий интерес. Гораздо больше, чем романы Мережковского «Петр и Антихрист» и стихотворение Зинаида Петруса. Это был такой цвет пиара, честно. С Бродским Зинаида Петруса обид необычайный сновизм, то есть умение срезать с одной фразы любого неловкого человека. Сергей Александрович Есенин начинал в качестве русского самородка. И ходил, значит, в рубахе, значит, подпоясанный какой-то веревкой, с волосами на косой, на прямой пробор, и вуалик. И когда он пришел к ним для того, чтобы прочитать свое стихотворение, улыбкался над озером, а вот цвет зари. Вот смотрел у него монокль, сказал он, это Гетры. Вот, так что это вот такой замечательный домик. Но в этом доме Бродский и его семейство получили комнату в половине, которую мы все отстояли в долгую очередь, могли посмотреть пару дней назад. И которая представляла себя, в общем, советским марком, меркам довольно приличное помещение. Там было еще, сколько я помню, два съемщика, то есть это довольно маленькая квартира. Родительская комната метров 25 квадратных. И еще 10-метровая такая пристройка, которая разделяется альковом. То есть это была, так сказать, спальня. Весь Александр был, как вы знаете, очень самостоятельный молодой человек и охочий до прекрасного пола. Поэтому в какой-то момент он закрыл этот шкафом, эту арку, которую мы с вами видели. И когда там начинал играть Гайден, родители уже понимали, что ему лучше пойти погулять. Вот мама Бродский, вот папа Бродский. Ничего в этом хорошем, значит, мальчике не предсказывает будущего бунтаря. Это просто ему 10 лет. Я думаю, что это Таврический сад, ближайшее, ну, вроде место, где можно кататься на лыжах. Ну, в 53-м году, я думаю, что это передалось Бродскому. В 1953-м семья, конечно, ожидала каких-то ужасов, потому что началось дело врачей, и шли слухи, непонятно, насколько они вероятны, что с евреями поступят, ну, не как немцы, а как Сталин с чеченцами, то есть татарами, они будут высланы, наверное, в индийского канону президента. И, конечно, смерть Сталина принималась, Иосиф пишет в воспоминаниях потом, то есть это в семье в Марии, для него как колоссальное облегчение, и он удивлялся, почему дети так плачут в школе. Не удивлялся, а как бы, ну, я думаю, понимал, но относился к этому свысока. А в Ленинграде начало так называемой оттепели ознаменовалось Капустинком. В Ленинградском медико-техническом институте, одном из самых модных учебных заведений тогдашнего города, который назывался «Весна быть». Ну, время от времени возникает мода на «Что, где, когда», «Кавуленные», «Стендап-комедия» и так далее, мы все это много раз видели. А тогда была мода, значит, только такие студенческие галопредставления.
важным как бы врагу, с которым боролся советский комсомол и полностью, надо сказать, эту игру проиграл и признал, была борьба с так называемыми стилягами. Стиляг всех видели, все видели, но никто не допускал свое там, значит, замкнутое тайное общество, и очень многие завидовали. Они так были с коками, с юбками колоколом, с брюками дудочками, с пиджаками с широкими плечами, да, туфли на микрофоне, не знали наизусть фильм «Серенада солнца» дали. То есть была такая золотая молодежь. Но главное, чтобы не было, это был привкус именно что смелости и запрещенности. Здесь очень важно сказать, и для Бродского, конечно, это имело значение, что единственной идеологической оппозицией в советском устройстве были, конечно, воры в законе в 40-е годы, которые при сталинском режиме могли себе устроить татуировку рака пояса и топить секретных сотрудников в сортире. Ну и вообще чувствовать себя непреклонными бойцами. Так как половина страны сидела, но не половина, но значительное количество. А жизнь была очень коммунальная, и главной ячейкой общества был двор, потому что большинство даже обитателей городов приехало недавно, стали произведены, и они привыкли к такой общественной жизни, а никаких гостиных не было. Квартира была коммунальная, и поэтому, если можно было находиться во дворе, то это был как тайм-аут, выход в свет. И там, конечно, уголовник, человек, который ничего не боялся, который, в общем, наводил справедливость, потому что вор в законе должен это делать, пользовался феноменальной популярностью у местной молодежи. И как бы отношение к тому, чтобы попасть в малолетний лагерь, было у очень многих гораздо более достойным путем, чем поход в армию. И вот эти, значит, люди в шестиклинках, в ватниках, сфинксы, пиперозки, которые висели здесь, и с финским ножом, они в значительной степени определяли пейзаж нашего родного города. Ну, естественно, они приносили для, что называется, кувычек много неприятностей, и вообще большой симпатии они не могут вызывать. Но в этом, собственно, и было романтическое противостояние комсомола. Было две силы — комсомол и шпана. А стиляги продемонстрировали третий путь. Когда ты видишь, значит, людей одетых, значит, как писал Мандельштам, я человек из эпохи москашей, смотрите, как на мне топорщится пиджак. С одной стороны, ты видишь, значит, всех инженеров, которые топорщили все эти пиджаки и фабрики Новолодарского, а с другой стороны, везде угрюмых орлов с финками, то молодые люди, которые были одеты в яркие зеленые, розовые, с галстуками, с простыми попугаями, с какими-то, значит, невероятными прическами, они были как элемент карнавала. Они, конечно, создавали некоторую совершенно новую обстановку. И инвестиции идти ходили, потому что там показывали стиляг. Конечно, как плохих. И они были плохую стиляжную песню. Все это плохую стиляжную песню выучили на язык. Уже вот для моего поколения, следующего после Бродского, так уже сыграл фильм «Человек-амфибия», где Андрей Петров написал замечательную песню: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской понравился дьявол, его хочу». Как советский человек может быть морского дьявола, совершенно непонятно. И, значит, поэтому это песня. Так что «Весна в лети» означала вот такую популярность романтики, и она, конечно, не могла... Написали ее, кстати, Александр Колкер, может, и Ким Рыжов, потом довольно известные композиторы и поэты. Но это означало, что действительно наступила весна, распустились листочки, и Бродскому, которому исполнилось 13 лет, придется жить в менее суровом обществе, в
там, чем то, в котором он жил в детстве. Значит, поколение, о котором мы будем сейчас говорить, поколение чуть старше взрослого, то есть вот еще раз скажу, те, чьи верхние границы он будет подобрать. Оно замечательно тем, что вот, я про это читал дистрикцию, но есть поколение, надо сказать, плюс-минус, минус-плюс и плюс-плюс. Значит, поколение минус-минус – это такое ужасное поколение, которое рождается в условиях такого застоя, тирании, прозывающих уже поколение плюс-минус. Ну, это мы, в общем, видели, это поколение снежной революции, отчасти, но и много других, да, то есть живут в каких-то условиях относительно свободы, кажется, что что-то можно добиться, а потом бац, и плотина. Надо уже с этим жить. А самое удачное поколение, это, конечно, поколение минус-плюс. То есть в школе ты учишься, в мужскую школу, как учился Талатов, просто я смысл младший класс. Значит, тебе постоянно рассказывают, что товарища Сталина за опоздание сажают. Лишнее слово столковано, потому что он появляется не посадит. В общем, все очень сурово. Но, знаете, в суровости есть свои прелести, я бы сказал. Никогда люди так не читали, как при Сталине. Так не ходили в театр, особенно в балет. Потому что если кругом ложь, то надо находить какой-то отдушину. Ну, вот замечательно написала про Пастернака наша землячка, это Татьяна Галушка. Когда дыхание не перевести от ужасов кремлевского Макбета, что остается русскому поэту? От Шекспира перевести. Вот. Поэтому в это время так развивается детская литература, искусство перевода, не имеющая аналогов на Западе. И, собственно говоря, и Уланова танцует, и Плесецкая начинает танцевать, именно потому что никто ничего, Сталин ничего не сказал про Фуэте. Можно грузить 12, нельзя, и поэтому можно. Вот. Так что это поколение много думавшее, много читавшее, хорошо знавшее географию, не читательное. Закаленная мужской школы, не ожидающая ничего хорошего впереди, такие волчата, которые могут за себя постоять, для которых неожиданно открываются просторы, да? Неожиданно открываются возможности, в которых они себя и проявляют. Ну, самый короткий период оттепеля продолжался до того времени, пока, то есть развертывался до того времени, пока Иосифа Александровича не стукнуло 16 лет. Я, кстати, не знаю, был ли его отец членом партии. Это вполне важно, что был, потому что был выбран из офицеров, но не по его собственному желанию. Но, в общем случае, конечно, и Бродскому, и всем остальным стал известен секретный доклад Никита Сергеевича Хрущева в 20-м съезде партии, где было сказано, что товарищ Сталин, на которого молились и из-за смерти которого выжидали, был садистом и копейкой. Это вообще очень важно, потому что Хрущев сделал это по своим соображениям, но, в принципе, мысль о том, что старшие могут быть неправы, она вносит сумятицу в ум. То есть уже можно задуматься, если вот Сталин нам говорил, а мы все не верили, что то-то и то-то, то почему так Хрущев, все, что он говорит верно, никто не верит Сталин. Сакральное было разрушено. Я думаю, еще не вступил. Вот это молодые люди 50-х годов, да? Модные курточки, это не стиляги еще. Это такая средняя одежда. Это выпуск 58-го года из 6-й школы. Вы видите в верхнем ряду двух мальчиков, которые как два барана хвалили друг друга. Правый, да, от меня, наверное, от вас левый, это Сережа Давлов. Ну вот это он же, во дворе дома,
проходного с фонтанки, ты учился на улице Бенштейна со своим интересом. Это вот съезд Антипровского. А вот и сам Иосиф Александрович в этом возрасте. Значит, важнейшим событием в жизни Бродского становится, значит, я уж не знаю, какой это точный год, но, наверное, 54-55 или, может быть, 56-й, когда он совершает совершенно неслыханный шаг. Он менял 4 школы в окрестности. Везде учится очень плохо. Как бы не желая учиться тому, что ему было, как ему казалось, не нужно, не для того, чтобы преподавали плохо. Ударный отчаянный парень, судя по всему, то есть не то, что его убили. Он как бы у каждого из этих коллективов. Хотя большинство одноклассников было ему неинтересно. Но вот так он поступил, дети из семьи предпандента и бухгалтера или из национальности, вообще говоря, не поступали. Встал посередине урока в 8 классе, ушел, чтобы больше никогда не учиться ни в какой школе. Значит, некое оправдание, которое давали родители, которое, я думаю, он сам для себя придумал, заключалось в том, что они зарабатывают не очень много, а он так, ну, и поэтому ему нужно пойти на производство, что советская власть страшно одобрила. И таким образом Бродский оказывается на заводе «Арсенал», он еще действует, где совершенно серьезно работает сначала учеником фрезеровщика, а потом фрезеровщиком. Завод «Арсенал» находится на другой стороне Невы, да, представляете, за крестами в этой стороне. Каждое утро, к 6 утра, Бродский туда ездил. И, судя по всему, ему эта жизнь была, или в основном, что те, кто его окружали, был не отвратителен. И это очень важно сказать, это первое Ахматова заметила, что Бродский был при всем своем страшном снобизме, он был народолюбивый человек. То есть ему простые люди в своей массе нравились. И, значит, ленинградские пролетарии, такие ничему не верившие люди, прежде всего начальство своему, да, прошедшие войну чаще всего, значит, в таких синих пыльниках, кепках, неплохо зарабатывавшие по советскому времени, умевшие дать отпор мастеру, если он требует чего-нибудь лишнего, умеющего покровительствовать младшим, да, и крайне скептически относящимся вот, как ко всей пропаганде, они у него во всех записках и во всех стихах. Вот как некий, как некая часть чего-то, которым он гордился принадлежит. Значит, за тем, что с ним случилось, я думаю, что очень важной травмой для него было то, что он вообще, ну вы знаете, наверное, какой скандал вызвал недавнее публикация стихотворения Бродского на отделение Украины, да? А кроме того, у него есть стихотворение «На смерть нашего Жукова». И вообще он такой, я бы сказал, державный поэт. Ну, вообще мысль его увеличения империи для него очень важна. Поэтому так много у него арены, да? Поэтому он так тянул им. Но, по крайней мере, единственное учебное заведение, в которое он собирался поступать, это было училище подводного плавания. Куда его не взяли, я думаю, что называется из-за пятого пункта. Я считаю, что это переломный момент его жизни, после которого он сформулировал тот принцип, о котором написано в заголовке моей лекции. Не верь, не бойся, не проси. Ничего тебе не дадут. Устраивайся так, как будто власти нет. Сам по себе. С этого времени он начинает работать. Значит, санитарный орган, потому что еще думал поступить в медицинский, но так и не сдал туда. И там есть сожжение страшное воспоминание. Там было какое-то цыганское дитя, которое надо было вскрывать. И, значит, страшный цыганский папа, который считал, что это куда-то
страшный цыганский папа гонялся с этим бросом, который убегал между трупом. То есть вполне себе такой город вообще. Вот. А на дворе, значит, стояли 60-е, «Сводовики войны» чудесные. Это такой герой тогдашний приз отрицательный, по фамилии Тихоненко. Он был одним из первых байкеров нашей необъятной родины. У него был автомобиль датского скорости, но он рассекал по немцам практику. У него не было руки. Он перевозил блокаду, потому что блокада была такая чудная идея посылать комсомольцев на разминирование повозки. Ну и как бы там даже были заложены цифры, столько человек может быть ранен, а столько убит, да, чтобы не считалось, что они соблюдаются техникой безопасности. Вот у него руку оторвало. И нас, конечно, его судили, значит, что неясно, или за опасность. И очень сильно его ответы на суде предсказывают ответы Бродского. То есть там тоже чувствуется такая абсолютная сталь и непримиримость. Ради кока и мотоцикла. Карикатуры у нас на девушку мужчину стиля. А это, значит, фильм, это тоже совершенно неисследованная тема, потому что у нас все-таки такое литературное пулистское, пулистическое. Я как-то, я писал книгу о Ладоге, и, значит, спрашиваю Якова Горзина, который, ну, был принятием Бродского, естественно, Ладоге. Я говорю, а как был связан Довлатов с фарцовщиком? Это ведь очевидно, что связан, помните, про Горобьевный нас? Да. Ой, это целая история. Но никто из них этого не пишет, потому что, я думаю, кажется, что это несколько ранее детей. А между тем, эти первые флюгустеры свободного рынка, да, которые тоже были необычайно отважны, и это была риск жизни за эстетику. Они не были докорители. Они были люди, которые были готовы отдать жизнь за то, чтобы пройтись по так называемому броду, то есть по Невскому проспекту, солнечной стороне от Соловьевского магазина, угла Невского и Литейного, до угла Невского и Восстания. И потом обратно. Так, чтобы все на них смотрели. Это должна была быть не только внешность, должен был быть стиль, что-нибудь странное, типа трость. Ленин, конечно, занимается так, но не знаю, его слово пикапом, то есть знакомиться с девушкой, не похоже. Ну и важнейшей вещью, конечно, было знание определенных текстов. И самыми богатыми людьми, и самыми почитаемыми были джазмены и обладатели кинопроектов. Вот мне рассказывал такой музыкант, Александр Харьварский, что он смотрел фильм «Серенада Солнечной долины» 26 раз. Был какой-то человек, фамилия Юшевская, полагается, сын владельца какой-то, владельца, директора какой-то мужчины базы. Состояние человека. Я думаю, что все они собирались и смотрели это снова и снова, и потом танцевали рок-н-ролл с девчонками. Ну и это же время появления двух писателей, которые, надо сказать, совершенно отравили советского человека. Кстати, Бродский был немножко по-другому, а с Довлатовым большинство современников дали. Это, конечно, Эрик Мария Лемарк и Эрик Кэрин. Ну, помимо того, что, собственно, Лемарк, Хемингуэй, ну, я бы сказал, что в моральном смысле это норма. Да? То есть Ремарк и Хемингуэй больше похожи на Льва Николаевича Толстого, чем на фильм «Михалыча Сталина». У них никто маленьких девочек не насилует, значит, старых братьев сейчас не убивает. Это все хорошие люди, которые попали в плохие обстоятельства. У Хемингуэя они такие более мачистые, с того мача, да? А у Ремарка симпатично. Но там проблема заключалась в том, что читали даже не то, как три товарища спасали помимо чехотки девушки, а то, как пьют клевадос. И, значит, вырисовывалась какая-то
неслыханная картина за границей, в которую как-то никогда не попадем, и которая представляла собой невероятное какое-то райское место. Помню знаменитого Максима Ильича: «За границей — это миф о загробной жизни. Кто там побывал, туда туда не возвращался». Вот. Поэтому это была, конечно, прекрасная мечта, которую стремились, как могли, воплотить в Советском Союзе. А честно, движение «Стиляр» было таким же. То есть, грубо говоря, люди смотрят американские фильмы, а потом уже итальянские, и французские, и стараются вести себя на местном проспекте, как не в российских полях. Не только не на реальных российских полях, но и воображаемых. Я думаю, Троцкий об этом писал, что они были гораздо более сильные, чем те молодые французы, которым они сражались. Потому что они за это платили. Потому что для них та одежда, которую они покупали в любом французском универмаге, была риском настоящим, да, и праздником. Ну и вообще раскрывается Безон. 56-й год – это невероятное событие, выставка Павла Пикассо в Эрмитаже. Ну, это то время, когда картинка, на которой воспитывается этот человек, Врубель был уже запрещенный художник. Русский музей кончался на Серове. А Врубель, король, я уж не знаю, там, Малевич, их не было. Импрессионисты тоже открыли в Эрмитаже в 1956 году. Значит, тоже все кончалось на Карлове. В Советском Союзе, значит, художники рисовали пограничника с собакой, фотографии у Ленина, ну или как-нибудь оптимистически проникнутый солнцем пейзаж нашего колхозного строительства. И вдруг, значит, открывается выставка «Лауреат Ленинской и Сталинской премии» Павла Пикассо, нашего товарища, значит, автора «Голубого мира» Герника, который висит в Эрмитаже, и, значит, там люди, и там люди вот толпятся, то есть, грубо говоря, трудно повернуться. Не потому что они как-то проникали в живопись, и она их ошеломляет, кого-то ошеломляет, а потому что это вообще не может это помнить. И как раз мне рассказывали, что там драки случались, то есть кто-то говорит: «Да такое моя кошка хвостом может нарисовать». Что ты сказал? «Это ты такие, как ты, моего папашу в лагеря отдали». Бамс, по-моему. Вот. И туда ходили именно как на аттракцион. Совершенно не важно, что там нарисовано. Значит, это, кажется, принимало наибольшее внимание, потому что юные вольнодумцы считали, что так изображен сталинизм. То есть мы птичка, а тиран, а не кошка. Любопытно, что первая демонстрация в Ленинграде с 1918 года произошла именно по поводу этой выставки, потому что молодежь недоумевала, и она хотела, чтобы сотрудники Эрмитажа ей объяснили, что почем. Сотрудники Эрмитажа понимали, что если они скажут то, что они думают о Пикассо, то их глубина запрямает. А если они скажут, что Пикассо нарисовал как кошка хвостом, то вот, с одной стороны, все коллеги будут презирать, а с другой стороны, значит, они обидят лауреата Ленинской и Сталинской премии. Поэтому они заперлись, и никаких не только. Значит, попытка обсудить это в публичной библиотеке, например, с таким же образом, молодежь решила обсудить на площади искусства. Собраться на площади искусства. Самое время было собраться, это был месяц декабрь. Они пришли на площадь искусства, и заметили, то есть не видели, что там ездят вокруг 6 поливальных машин, которые, значит, поливают площадь искусства, а молодые люди в шапках пыльках читают газету «Правда». Опасно. Ну, в общем, это кончилось тем, что они воровали с Ленинградской земли художников, кого-то посадили, у которых неприятности. Но так или иначе, это очень важно сказать, что вот эта степень увлечения культурой, она была невероятной по нахалу, потому что ее давали избранные, потому что культура была страшным дефицитом, она только открывалась. Ну и важнейшим событием, завершившим, собственно, вот теперь в Генконспорте и для молодежи в
большом количестве. Сама идея социализма, она пользовалась довольно большой популярностью. То есть, знаете, как в 90-е годы я рядом со мной был какое-то заведение пищевое, где было написано: ты есть то, что ты ешь. Это довольно противно. И в идее того, что ты ешь, вне зависимости от того, кто ты есть, больше приятно. И, собственно говоря, белых, как таковых, было мало. Большинство были, я бы сказал, социалисты с человеческим лицом. То есть они полагали, что сама идея государственного и собственности на свете производства, они более или менее равномерного распределения, разумно. Ну, значит, не знаю, там демократия или это моя, какие-то были по этому поводу мысли. И, конечно, вот в советских танках Будапешт с 1500 раздавленных студентов, которые сопротивлялись, вызвала, ну, у многих резкий поворот по отношению к советской власти. Как раз это не просто пишет Анайман, его товарищ. Они ходили раз за разом смотреть эту хронику, которая шла. Там была парочка студентов, которые проносят товарища на носилках. Каждый раз, когда это появлялось, они ощущали солидарность с этими несущими носилки студентами. Вот Гидия Гладкая, которая написала знаменитое стихотворение на эту тему, только городом института, вот еще жена поэта Глеба Горбовского. Ну и тогда же появляются первые диссиденты, так как в Ленинграде вообще диссидентов не было. Диссидент — это такой человек, который собирает пресс-конференцию и говорит, что Васю посадили в землю. Через некоторое время его сажают, собирают другую пресс-конференцию, человек говорит, что Жору посадили в землю. Вы знаете, мы часто подписываем какие-то письма на чей Жору. Вот это то же самое, только ты подписываешь, тебя сажают. А система абсолютно та же самая. Поэтому Ленинград — это был город заголовщик. В Москве можно было собрать конференцию, там, либеральные Тушенко, а потом Александров. А у нас, конечно, где-то к вооруженному восстанию. Но в Сирии мы читали, в Сирии 4 тома, там про это рассказывали. И вот студент математического факультета, великий, на самом деле, математик, который его выручил, Гудериан, значит, вот в 56 году создает такую тайную левую организацию. Ну и надо сказать, что все-таки тот мир, в котором рос Бродский, и это сейчас уже важно для основной моей, основного постулата, было вовсе не так плохо. 1956 год как бы снял камень, я уже сказал, и сковавшиеся до того, чтобы сказать хоть какую-то правду, применительно к имеющимся цензурным рамкам, да, но они все-таки стали гораздо шире. Художники, они как бы выплеснулись. Это был как нефтяной фонтан, который залил в самотворе в 1966 году. Значит, Николай Павлович Акимов, великий художник, последователь, ну, Юрия Анненкова, ну, в общем, как бы, это такой у нас этого не было. У нас была Арнуво, да, мы это называли Сомо, Бенуа, да, а у нас не было Ардеко. То есть как-то, вот то, что было во Франции в 60-е, 20-е, 30-е годы. Вот Акимов — это человек, на самом деле, с французской культуры, который основывает замечательный театр комедии, где он ставит не Сафронова и Сурова, которые везде ставили, не Сергея Михалкова, и, значит, пьесу Корничука Платон «Кречет», и что еще ставит, это «Любовь Яровая» придумала. А значит, ставит Евгения Львовича Шварца, которого, если вслушаться, понимаешь, что это вот не вполне про какое-то сказочное царство. Да? Когда в 1904 году после генеральной репетиции не разрешили пьесу «Дракон», то, значит, начальник, который запретил, искал: не понимаю, мне кажется, про немецкий где-то фашизм.
Вот одновременно возникает театр Постанова, такой психологический театр, в котором люди неожиданно видят, ну, как бы, во-первых, очищение от штампов. Главный спектакль, главные два спектакля, как Чайка Хатя, да? Это был спектакль «Старшая сестра» по Володину, Стениковой и Дорогину, главных ролях. Нет, Капитан-то был Петя Вечеров, да, ну, неважно. И это вот просто, ну, советские люди, которых не показывают. Правда, люди, как всяких претензий, но вы помните, да, что герои Доронина — это никогда не такие важные люди, родные тоже бухгалтерши, медсестры и так далее и тому подобное. И второй — это, конечно, «Буря туман» с Тюрским, который выглядел совершенно шоковым образом, потому что в Советском Союзе часто считался положительным героем, абсолютно положительным. Если вы посмотрите на памятники советским классикам, поставленные на Ленинграде, то все эти классики отчасти являются Рэмбо. Помните, Грибоедова был утюг? Если он встанет без дороги, мало не потратится. Может быть, только Чернышевский, «Девственница России», может быть, это не вот. И Чехов был такой же. То есть это был самый здоровый артист, который обличал окружающих. И, собственно, непонятно, почему Софья не ему далась. Молчание. А вот в спектакле «Товстоногов» это было абсолютно ясно. Прекрасная, хитрая, ну, то есть не глупая, роскошная Татьяна Доронина. И умнейший папаша, который, конечно, ассоциировался с неудачным работником у этого полицейского фанса. Юрский со всей нелепостью Юрского, который играл участие. Я боялся Кирилл Лавров, который не умолчал. Было совершенно понятно, что это реальный социальный треугольник, который имеет отношение вот к тому, что происходит здесь сейчас. Ну и, конечно, «Идиот» с первым появлением Смутуновского. Вот «Пять вечеров», Макарова, я их пилял. И вот «Буря туман», «Троица», которую я не говорил. «Дикий вздох балета». Появляются два новых балетмейстера в Мариинском театре, то есть они не совсем молодые, но им дают представить. Это Яковсон, Леонид Яковсон, и Юрий Егорович, который потом стал главным балетмейстером Большого театра. И в результате возникает целая поросль молодых балерунов, в частности, Нуриев, Барышников, Макарова, но здесь нет Ирины Колпакова, или Соловьева, который тоже был совершенно премьерный. И с одним из них, Михаилом Барышниковым, просто уже двоим дружим. Довольно пристойно было и руководство Ленинградской писательской организации. Было довольно много немолодых уже писателей, но тогда они были еще не такие старые, как сейчас, естественно, да, это были фронтовики. А фронтовики — это те, кто работал, скажем, в 20-м году, значит, в 65-м году им было 45 лет. Совсем не старые люди, которые уже были членами секретарями Советского Союза, могли помочь молодым. И нас здесь очень этим пользовались. Ильин Драгин, человек, конечно, не любивший идти на конфликт, но, несомненно, и не пытавшийся никого потопить. Великий Александр Володин, который всю жизнь прятался таким образом, пьяница, да? Но при этом, конечно, тоже утверждательно, и он просто видит творить ничего. Сколько времени проходит, и мы понимаем, что с каждым годом его значение растет. Вот, Вера Панова, Юрий Герман. В 59-60 году кажется, что все напечатаются, вообще будут книжки, все артисты станут русскими, все талантливые балетные танцовщики Барышниковыми. Вот вы видите 59-й,
Сергей Довлатов, студент финского отделения филологического факультета МГУ, видимо, учится на фарцовщика. Я сибирская, которая учила очень черная, но это еще непонятно. Ну и для Бродского и Довлатова чрезвычайно важно, что их окружают невероятно талантливые писатели. Так как они немножко старше, то они как бы младше, если не предкажется. Ну вот это нынешний председатель нашего Союза писателей петербургского Валерий Попов, который с 90-х годов написал массу разной чуши, потому что кормиться как-то надо. А начинал, мне кажется, как сам я, не уступавший Довлатову абсолютно. Дико смешно. Можно читать раннего Попова. У него есть такой рассказ «Любовь», по-моему, после «Митязи любви» Володя Чехова, лучший русский рассказ любви. Совершенно пронизительный. У него есть замечательный сборник «Южнее, чем прежде». Он дико талантливо начинал. Я бы сказал, такой параллель немножко Аксенова. Это Галявкин, продолжавший такую линию абсурдизма, ушедший потом в детскую литературу. Наверное, вы читали, если читали «Зажженный костер», что-нибудь такое. Это Владимир Дальнишский, один из первых или один из старших с горного института. И, собственно говоря, есть смешной рассказ Бродского, как он решил писать стихи, что он был в Якутске, идеологической экспедиции. И было, ну, самолетом не летать, он был обратно, ждал там несколько суток. И купил книжки, в Якутске не было проблемы в школе, книжного дефицита, там книжки никто не читал. И он купил Боротынского, большой сильный являющий поэта, это его известное впечатление, и сборник Британического. И Британического ему скорее понравились, но он решил, что он может писать не хуже. И с этого момента он начал писать. Значит, Соснора. Ну и, наконец, мы приходим к тесному кругу. Значит, в 56 году на технологическом институте сложилась такая крепкая студенческая среда. Тогда умные дети поступали в технические годы. Уже вот 70-е или 70-е годы, в мое время, конкурсы в технические годы были гораздо ниже, и огромное количество людей поступало туда, потому что не хотело идти в армию. А тогда инженеры были почетной профессией, хорошо оплачивались в 60-е годы. Вы помните, как они делили ни одного года, да, про ядерную физику, как они были модными. Это была специальность, по которой всегда нужно было устроиться. И во все технические вызовы, в УИТ, в технологии, в городе, шли самые лучшие ребята. И, значит, в технологии сложилась компания несколько. Одна компания, это были такие комсомольцы, вступавшие в народную дружину, из которых потом образовалась антисоветская организация под названием «Колокол». И все посадили. А другие были такие культурные юноши, их было трое. Это тоже знаменитый модник на Днепровецкого литературного института имени Горького Евгений Рейн, который, собственно говоря, и вел русскую поэзию. Это Дмитрий Бобышев, который от Андрея Бродского, Марина Басманова. И это Анатолий Найман, вот, собственно, и Марина Басманова. Ну, из Бобышева ничего не получилось, в общем-то, так можно сказать. Рейн писал замечательные стихи, они такие простые, пузырящиеся, романтические. Поэтому, если вы в интернете посмотрите стихи Рейна, то вы получите удовольствие, гарантированно. Самый талантливый, ну, конечно, Найман. И вот действующий писатель, он пишет прозу как раз вокруг своего поколения, поколения Бродского, и очень советую вам его тоже прочитать. Так или иначе, эти молодые люди, довольно тонкие, язвительные, такие пижоны, значит, они выпустили знаменитую газету, которая называлась «Культура». То есть, в 1956 году технологии, вообще не газеты, были очень популярным делом. Там были разные либеральные статьи, самый модный фильм 1956 года, «Чеки у народа в гавани».
совершенно теоретически. Я его отсматривал раз в 8, чтобы понять, почему мы люди хотели помочь. Вы понимаете, он совершенно не советский. Это гамонянтовый, это, наверное, какой-то туман, некто, непонятно, что с ним происходит, он бродит, какие-то мафиозы, рок-н-ролл, это важно. И грустно, главное, советский фильм был очень веселый, а это грустно. Ну, значит, там была статья про Чеки мировой гавани, там была статья о том, неожиданно, что есть такой выдающийся художник Сезанн, и он писал Корсрей. И, значит, еще кто-то, какая-то болезнь, говорит, вот это, значит, там, потом они восстановились. И вот эта вся компания, она группировалась вокруг нескольких, где-то очень важная такая понятие было ЛИТО, литературное объединение. Вот мы с вами собираемся в РАПТе, да? И РАПТ – это частное учреждение, и вы платите деньги за то, чтобы слушать мой увлекательный рассказ. А рядом находится Дворец культуры Никитова, да? Там никто не собирается и не слушает бесплатно, ничего никаких не рассказывает. Потому что эту систему, значит, не советская власть, а постсоветская власть загубила на корню. А в советское время все-таки были литераторы, которые хотели подзаработать, или у них было, ну, желание учить молодых, да. В городе, кстати, был Глеб Семенов, на филфаке было сильное литературное объединение, я был литературным, назывался «Берзатель», «Прелия», не раз 20 пионеров, и в технологии что-то было, и в газете «Смена». И вот члены этих литературных объединений, они постепенно перезнакомились, и образовалась такая литературная среда. А так как время было очень свободное, поэзия тоже с невероятным успехом, то был ежегодный конкурс поэтов. Чем это было так модно, поэзия вообще замечательна тем, что она не так нуждается в том, чтобы быть опубликованной. Потому что если человек пишет с учетом аудитории, то ее можно стихотворение запомнить с первого раза, ну, со второго. Как песня. А «Войной мир» так не запомнил. Вот. И поэтому большая аудитория политического института была налита просто, когда происходили эти конкурсы поэтов. Или большой зал Дворца культуры Трубка операции для Генсовета. Или кафе на Полтавской, которое называлось кафе поэтов. И поэтому, еще не будучи ни разу напечатанными, эти люди постепенно становятся знаменитыми. Потому что видно, что они пишут, значит, не лучшими местами. Вот, собственно, Евгений Рейн, я обнаружил этого рыжего молодого человека, Лёси Фабровского, и таким образом он попал в литературный круг. Бродский, несомненно, является учеником замечательного поэта Бориса Слуцкого. Это московский поэт, фронтовик. У меня, к сожалению, его стихов с собой нет. Ведь стихи Бродского нельзя сказать, назвать их, знаете, это не стихи. Это отталкивание от такой паттерна, да? Вот какой-нибудь постель была расстелена, она была расстелена и говорила шепотом, а шепотом, в душе. Это суровые вообще вещи, поэзия Слуцкого, поэзия Бродского, да? Это скорее эпос, лирика. И вот, собственно говоря, эту интонацию он заимствовал именно у Слуцкого, а так большинство все-таки старалось подражать Пастернаку, Ахматову и Тристану, тот меньше был известен Цветаеву, то получилось, что это совершенно неожиданный такой голос, неожиданный тон. Ну и именно Рейн, значит, такой укорененный литовский мальчик, тоже важно, что дедушка был закройщик, поэтому все бывали в доме. Вот, он отвел их к Ане Ахматовой, и Анна Ахматова в них, надо сказать, влюбилась. Но здесь нету Бродский и Найман, нету. И все они подружились, Бродский и Найман, и совершенно не похожи на них Лев Горбовский, и Берт Кушнер, и Прозаик, и Питер Грачев, и Гурзин, которые у меня жили здоровы.
И все, казалось, будет прекрасно. Еще важное очень изобретение заключалось в том, что действительно Ремарк и Хемингуэй были реалисты, Леонид. Значит, этот мир, в котором жил Бродский, он был советским по-разному. Значит, эти люди охотно одевались. Они следили за тем, как они одеты. Если вы посмотрите на фотографии Бродского, даже советского времени, вы можете запомнить хороший твидовый пиджак или вельветовый брюки, что вообще в советском Союзе очень трудно. Значит, это какие-то знакомства в комиссионах, это какие-то моряки дальнего плавания. Это что-то еще. Или это приятель спортсменщик, который относится к себе с уважением, потому что умеет читать стихи. И он может своей девушке сказать, что вот это осень, он сейчас прочтет стихотворение. А за это осень, когда он будет вещать стихотворение, он достанет вельветовый брюки. Значит, и вторая вещь, которую они придумали, и которую они обогатили русскую культуру, это идея ресторана. Советский человек, как правильно сказать, на бриллиантовой руке, по ресторану не ходит. Но эта дама исполнила Бурдюкова, она уже немножко отстала, уже начала ходить за женщиной, тихонько в ресторан. Значит, ресторан до 1956 года – это такое герметическое место, где собираются представители избранных каст. То есть ты приходишь в Асторию, в Европейскую, на крестьяне пускают, могут арестовать, потому что там иностранцы смотрят на тебя как на муж. А там, если ты проходишь, там сидят челюстинцы, старкановцы, генералы, дирижер Бродинский, писатель Михалков, как всегда. И пьяный артист Николай Симонов, как он летел. И это критическое общество. Но в Советском Союзе это очень важно помнить. Цены были фиксированы. Поэтому теоретически туда можно найти человек с любой зарплатой, сколько-нибудь большой, потому что ну, это все было доступно. Нужна только была смелость. В 56-м году эта смелость была проявлена, и все собирались на крыше гостиницы «Европейская», которая сейчас существует. Ресторан. Где, значит, как и полагалось на Западе, ну, правда, там не знаю, как название, пили буржуазного гузани, слушали музыку. Все это были прекрасные молодые люди, только Андрей Бибов все время дрался то с милиционером, то с Вознесенским. Но остальные были очень милые, верные, и официанты, конечно, давали кредит, потому что знали, что считается. И это были не только поэты, джазмены и балетные танцовщики, но и баскетболисты команды «Спартак», и, значит, и фасовщики, и адвокаты, и очень важные такие зубные техники. И все это, значит, возвращалось в одном и том же месте. И это все создавало действительно такое ощущение, что они как бы живут в Советском Союзе, но не в Советском Союзе. Это была неверная ощущение. Значит, Бродский отличался вот всех уже тогда тем, что он сказал, собственно, да, Анне Андреевне, и от Анны Андреевны мы это знаем, он принес важную фразу «Главное величие нации». То есть, грубо говоря, человек должен себе ставить некую планку, и она должна быть на пределе человеческой продолжности и даже выше его предела. То есть, можно себе сказать, я прыгнул 2 метра 30, если ты занимаешься прыжком в высоту, то нет смысла прыгать на кандидата в мастера, а имеет смысл прыгать на олимпийского ученика. Это, собственно, не заключается в мастерах. При этом понятно, что прыгнуть на олимпийского чемпиона вряд ли удастся. Шансов очень мало. Поэтому, когда люди формируют жизненную стратегию, они эту стратегию, как правило, отметают, потому что с точки зрения теории вероятности, она, скорее всего, будет неудачной. Здесь Бродский пошел в ва-банк. Он выбрал Митулинина, так как Ленин не отступался. Можно по-разному считать, некоторые считают, что были какие-то современники его способнее. Но, так или иначе, во всяком случае, он единственный из них шел в любой риск для того, чтобы самопроявиться. И это сводилось с точки зрения советской власти, потому что он был страшно наглым.
кого мы. Представьте, человек понимал некоторые правила поведения. Знаменитая история, к вам приходит на YouTube его парка, никому не известный человек. И, значит, кто-то говорит, кто-то читает доклад, не помню, по поэзии Тих. Профессор Иванов, Орда и Прага. Гвозди бы делать из этих людей, не будут или крепче поэзии. Правильно? И Троцкий говорит, что у Троцкого в литературе революции очень похожие результаты. Сказать, у Троцкого, знаете, это все равно как, я не знаю, что на совещании Путина сказать, что зачем бы отравить Пименко. Ну, то есть невозможно. Значит, человек этот, профессор Мёртвый, науки, он так растерялся, что сказал, Троцкий, выйди вон, Троцкий. Потому что Троцкий – это расстрел. Вот. И вот эта жизнь, не считаясь с условиями, она привела к тому, что он стал обращать на себя внимание. И Василий Сергеевич Костиков, первый секретарь Ленинградского обкома партии, принимает решение премьеру доказать его, тем более, что шла кампания по борьбе с премьерством. И хотя он никак не проходил на выполняться, так как проводил в свое время геологические экспедиции, когда возвращался с поля, уже благодаря Ахмату имел небольшие заказы, переводил с разных языков, прежде всего с польского. Но действительно постоянной работы у него не было. Появляется знаменитая статья около литературы Крутенко, кажется, и Черновенька. Где все было перебрано, но смысл там был, конечно, понятно, что ну, он не такой, как Советский Ильич. Ну и так, честно говоря, он был не такой. Можно согласиться с автором статьи около литературы Крутенко. Непонятно, почему Крутенко, почему около литературы. Ну, в общем, какой-то плохой Трутень. В результате состоялся знаменитый суд. Но там история делалась еще в том, что я уж романтическую часть выбросил. Бродский был налюб, даже как давно. И он любил свою девушку Марину Басманову, которая живет сейчас на улице Глинки. Не дает интервью, да? Странная такая генетическая девушка, дочка знаменитого художника Павла Басманова, такого авангардиста. Поэтому всегда просто ненавидел авангард, как Хармсова не любил. В отличие там от других поэтов, которые как раз продолжали это. А он ленил Хармсова Заболоцкого, именно такого абсурдизма не любил. Вот. Там родители были против брака. Я уже не знаю деталей. Но, короче говоря, это был роман, они жили вместе. Одна временно его не одобряла. Хотя они ездили в гости вместе, они жили в Комарово. Она была такая лихая девица. И в тот момент, когда у Бродского начались неприятности, стало понятно, что он мог посадить, она завязала роман с его ближайшим приятелем Игорем Побышевым, и он про это знал. Он был человеком страстным, любимым. И вместо того, чтобы находиться в Москве, где его собирались товарищи, вы, наверное, даже и знаете отчасти, да, это Михаил Артов и Алексей Баталов, знаменитый актер, подруга, приятель, да. Они собирались его отмазать с помощью, как говорили в мои годы, психа. То есть, чтобы получил справку, что он, значит, вполне нормальный. И это вполне было возможно, потому что, ну, честно говоря, он и правда был вполне нормальный. Потом Советская власть хотела его заказать в психушку. И, значит, ему надо было еще потерпеть немножко, и с этой справкой они ничего не делали. Он бежал, и в Ленинграде, когда Ленинград был заинтересован, он был арестован. И он говорил, что в сущности, его не очень волновал этот арест, посадка, кресты. Больно было как на психиатрической экспертизе в Пряжке, где его одевали с ним, потому что боль по поводу потери любимой женщины была гораздо сильнее. И он думал только об этом.
Поэтому надо сказать, что он с недостаточной благодарностью относится к людям, которые спасали его. Вы знаете, что он приговорен к 5-летней ссылке в удаленные места. И, вероятно, и прожил бы 5 лет в этой самой ссылке где-нибудь в районе Магадана, если бы не Корнея Ивановича Лидия Корнеевна Чуковская, если бы не Дмитрий Шостакович, Самуил Маршак, Анна Ахматова, естественно, еще целый ряд почтенных людей, которые немедленно за него начали выступаться. Надо сказать, что подавляющее большинство его товарищей по литературе тоже подписали письма в защиту, и все имеют по этому поводу довольно большие неприятности. Никого тогда еще не посадили, еще не смогли застыть. Но у всех не вышла книжка, печатали Данта, ну, уже в Москве, что наш календарь напечатали. Так что люди старались. Ну, а всемирно известным русский становится благодаря вот этой женщине, журналистке газеты «Комсомольская правда» Фиде Лидеровой, которая присутствовала на суде и сумела записать суд. Вы, наверное, вы читали, вы знаете, что известно, мне это Стивенс Сарнагорским, где он ведет себя действительно в советском ощущении, как инопланетянин. Она спрашивает, чем вы работаете, чем вы занимаетесь, вы где поэт? Она говорит, у вас есть какая-то справка. Он говорит, я думаю, это определяет Бог. То есть это получается такой-то Кафка. Причем он не наигрывает, там как раз крылья закончится, потому что ведет себя абсолютно совершенно естественно. И она не наигрывает, она правда не понимает, почему он поэт, у меня справка. Вот. И с этого момента она вкладывает в какую-то правду, какую биографию они делают нашему рыжему. В России на Западе, конечно, гонимый человек гораздо более заметен, просто и становится известен, и это не ненавидит за каждого профессия, а они всех отзывался при большой любви, не как поэт, а как примерно политический мужчина. А политическим мучеником он совершенно не хотел, и это тоже надо сказать, это характерно для всего его поколения, но я думаю, больше, чем для вас, это Довлатов, это очень хорошо пишет. Вольский не был никогда антисоветским писателем. Он был асоветским писателем. То есть он жил так, как будто советская власть не существовала. Он не вступал с ней в конфликт. Вот он ее просто отрицал. Мы что, Довлатов, скажем, что Вольский думал, что комитет это музыкальный ансамбль. Тогда был сделан большой портрет члена культбюро Василия Важиноварза, главы политической Грузии, говорил, кто это такой? Как похож на Уильяма Блейка? Вот. Может быть, он этого и не говорил, но вел он себя именно вот таким образом. Его это совершенно никак не интересовало. И поэтому роль мученика, диссидента, она казалась ему унизительной. То есть он стал тот ряд, в котором он старается вообще не ходить. Значит, в 1962 году Юрий Александрович оказывается в ссылке. И тоже надо сказать, что никаких мучений из-за того, что он работал в колхозе, разбрасывал навоз и кручевал книгу, он не испытывал. Он печатал сам в районной газете местной, Каношской. Эти стихи недавно были как бы переоткрыты. Это такое чудесное, мощное патриотическое стихотворение. Он в Советской области, про русский народ, честью которого он гордится. К нему приезжали Каноша, это не Магадан, это меньше дня отсюда, там трудно было просто в эту деревню Нотинскую добраться, потому что бездорожье, надо было из трактора ждать, как бы там он не сидел. Но все его приятели там побывали, вот это Игорь Ефимов, писатель это Евгений Рим, который вот за статуэти, где-то не очень счастливый вообще на этом тракторе, не могут искать личных судей. И, конечно, это отвлекало его от светской жизни, и там тоже, как будто бы понимал, что с ним будет, он начинает активнейшим образом читать по-английски, причем не какую-то простые вещи, не Агату Кристи, как мы все читали, а он начинает читать Джона Дона, Милтона и всякую прочую довольно сложную английскую поэзию 17 века, барочную поэзию. Ну и также классику американской литературы, то есть
прежде всего, отдых. Вот, и это вообще очень образованное поколение. Я уже сказал, что если ты учишься при Сталине, скорее прочтешь собрание сочинений Гегеля, чем если ты учишься при Ельцине и Горбачеве. При Ельцине и Горбачеве много соблазнов, как при Хрущеве, а при Сталине вот тебе Гегель или газета «Правда», которая получается интересно. В 1964 году Сергеич Хрущева снимает «Ответ должностей» и на престол вступает Леонид Ильич Брежнев. Приход Леонида Ильича Брежнева к власти был встречен, я бы сказал, единодушным одобрением не только советских трудящихся, но и широкой общественности. Хрущев всем надоел ужасно. Хрущев был хам. Постоянно учил художника рисовать, поэтов писать. Кричал, выступал как писательный друг. В зале находится шпион. Я прошу его выйти. Шпионы, покиньте зал! Ну, страшно было. И вообще у нас такое ощущение, что Хрущев был какой-то комик. А Хрущев был, он был не свинья, он был кабан. Если глядеть своего маленькие глазки, то это глаза не птицы вообще. Я довольно много Хрущевым занимался. Он суть бесстрашный и безжалостный. И для него такие люди, как Бродский, они были враждебны. А Леонид Ильич пришел с принципом «живи сам и давай». И на экраны выходит Андрей Рублев Тарковского, потом из «Зеркала». Является мастером Маргарита, значит, вполне себе существует там загадка, соединение и все прочее. Появляются первые произведения Ильи Трифонова. По крайней мере, эти первые 4 года Брежневского правления, между вступлением на престол и введением его стихославы, казалось, что жизнь улучшается. И пользуется тоже. Поэтому, когда на свободу вышел Бродский, он сразу же вышел на свободу, после того, как власть пришел бред. Он просидел неполный год в ссылке. Ему дали уже тогда попытку, что редко бывает, он не играет в него, так что нельзя сказать, что это было так ужасно. Когда он сюда приехал, то его вызвали на городской университет и сказали, что есть Александрович, угадайте нам сборник своих стихов. И мы его печатаем, чтобы с ним работать. Ну, он сдал сборник своих стихов, Ленинградское отделение Союз писателей, Советских писателей, Ленинградское отделение Союз писателей. Сборник там лежал. В 1956 году умирает Анна Андреевна Ахматова. Бродский и трое его друзей фактически назначены приказчиками, на они выбрали то место, куда мы будем сначала хотели похоронить в Царском селе, по понятной тоже причине, но выяснилось, что там сложно. Надо было быстро решать, главное не давать инициативу советским писателям, которых она ненавидела. И первое с ними бывает с Михаилом Ардовым про отделение участка земли на Комаровском кладбище. Вот они все четверо, их стали называть после этого ахматовские сироты. Склоняется над гробом Найман, там вот такое вот рыдающее лицо Рейна, дальше Кобышев, дальше Иосиф Александрович. Вот он. Ну и постепенно выясняется, что для того, чтобы печататься, нужно идти на некоторые компромиссы. И вот это, собственно говоря, мне кажется, важным моментом поворота Бродского к окончанию гениальности. У Бродского были не только ленинградские друзья-поэты, из которых к этому времени уже Виктор Соснора и Александр Кушнер и Глеб Горбачев стали членами Союза писателей, но были еще более знаменитые современники, вот Шенкин и Вознесенский. И давали эти фильмы на культуре, которые показывали, где, Евтушенко жалуется
Погромче, можно? Что вот Троцкий плохо отнесся к приезду в Америку и использовал американскую карьеру. Это чистая правда. Вот именно так поступает. Но проблема в том, что он этот путь не найдет. Значит, путь это такой молодой человек, Евтушенко, преисполненный добрых чувств, либеральный, он очень хороший человек и талантливый. Печатается в советских изданиях, да, ему говорят: Жень, давай мы тебе это стихотворение про катер связи пропустим, но ты напиши нам стишок про Ленина. Слушай, же важнее, стишок про Ленина — это информационный шум, его никто не знает. Понятно, что ты написал. И все они начинали сначала с одной фразы, потом с двух фраз, потом с написанием поэмы Ленина «Глубжимо» и так далее. И в сущности, этот путь показывает, что, вы знаете, сейчас мы уже понимаем, да, наверное, читая, посещая рестораны и читая кулинарную критику, да, то один раз ты плохо сделал шашлык, и все, жизнь до ресторана закончится. И то же самое с литературой, особенно русской традицией. Грубо говоря, это портит твое качество. Это не портит себя морально, я совершенно верю, что Евтушенко остался прелестным человеком и всем помогал, и Бродского стремился публиковать, это правда. Но эта работа, она его разрушала. И вот Бродский, которого неоднократно вызывали в Ленинградской газете, писали, что будет здесь вот ставить словечко, здесь ставить словечко, это стихотворение убрать, может быть, другое ставить. Он вел себя с точки зрения либеральнейших редакторов, которые хотели его напечатать, как гнусный хам, значит, сноб, скептик, а просто он понимал, что при величии замысла и совершенно не хотел играть с игрожением. Да. Значит, к этому времени он уже известный на Западе человек, вот вы видите, он знаменитым премьер-министром Кравицким Ефимом Эткиндом, которому вскоре придется покинуть Советский Союз, был рядом Генрих Брюлин из Федеративной Республики Германии. А это вот такой переломный момент, еще это поколение не понимало, что он переломный, но оказался переломным. Это речь, которая состоялась в январе 1968 года в Ленинградском Союзе писателей Маяковского. То есть был писатель Маяковского. Это был речь о литературной молодежи Ленинграда, в котором вступали вот все перечисленные мои герои. Значит, всем им было до 30, 68, ну, между, я бы сказал так, 28 и 33, такой, самый такой возраст зрелости. Все уже написали свои шедевры, уже каждый мог выступить с лучшим. Впервые большая аудитория слышала Сергея Довлатова, видите, эту прекрасную фотографию очень люблю, потому что я был горд. И рассказывал это такое смешное, что он не может удержаться и смеется, да? И вскоре после этого вечера в Смольный пришел донос о том, что состоялась советская сионистская провокация, за которую, значит, он должен ответить. И это было в духе времени, время действительно менялось, и произошло то, что происходит в метро, то есть двери закрываются. Выяснилось, это еще никто не понимал в 68 году, что всякие надежды на то, что дед большого брониса войти в советскую легальную литературу, они закончены. То есть или надо как-то совершенно истошно вообще унижаться, или менять профессию. Никто еще не готов был к этому. Они же не знали, что это вот так будет непрерывно, поэтому все вы хорошо знаете. Биография Сергея Дарановича Довлатова, да, он до 1972 года, еще 4 года, ходил со своими рассказами по журналам и издательствам и получал унизительные отлыбы. Прежде чем уехал в Таллин, там у него ничего не получилось, по-моему, с сочинением Брайанса.
из-за болезни ничего у него не получилось. И он уехал только в 1978 году. А уехал бы через 2 года и не был бы готов, все-таки дал. То есть я думаю, что он умер бы от пьянства здесь. Но не напечатано. Я никогда не знаю, что это писать здесь. Да? Вот. Что касается Бродского, то он твердо, то есть я считаю, что вот это три писателя одного и того же возраста. Бродский, Довлатов, Хвостенко. Думаю, что примерно одинаковой степени дарования. И поступили они в своей жизни, в общем, в конечном счете одинаково, но в разное время. Есть Лесик Бродский, решает, что ему надо уехать за границу. За границу никого не пускают. Эмиграции нет. Только с 1970 года начинается так называемая еврейская эмиграция. А происходит поставка, группа евреев захватывает, не пытаются захватить самолет кукурузник, чтобы улететь в Швецию. Там внутрь был внедрен агент, поэтому взяли прямо на аэродроме Ржевка, приговорили 5 человек к расстрелу, но потом обменяли на каких-то баскских террористов, так что они отсидели свою, но не были расстреляны. И постепенно начали вот эту форточку приоткрывать, как раз именно для того, чтобы удалять из Советского Союза ненужные сильно скандали, что мы тебя просто выкинем вообще. Вот. Бродский никогда не ассоциировал себя, то есть он всегда говорил про то, что он еврей по рождению, русский писатель, а потом уже американский гражданин, да. Вот. Но с евреем он себя не ассоциировал настолько, что в Израиле страшно обижаются, он ни разу там не был вообще за все время существования. Похоронен в католическом обряду, а не по иудейскому, но, впрочем, не по православному. Написал он, как вы знаете, каждый год рождественский стих. Вот. И выехать было очень трудно. И самое главное, что он, при том, что я уже сказал, что отношения с родителями были, вероятно, не очень мягкие, такими не так идеализированные, как были, но он, конечно, обожал своих родителей, это был единственный ребенок. И у него была такая мечта, и я помню, что она вообще была у многих. Она заключалась в том, чтобы выйти замуж за иностранку, получить благодаря этому иностранное подданство и иметь возможность ездить в Россию, а потом возвращаться. Наверное, знаете нашего художника Михаила Шемякина, который как раз в это время, тоже претерпевая страшные сложности, в нашем доме, не увлекался французом, он уехал и потом, значит, мог как-то поддерживать связь с своими родителями. Вот, действительно, в Ленинград приезжала, если вы фильм видели по Первому каналу, да, то вот тамошняя сенсация заключается в том, что показали эту девушку, которая приезжала, и которая должна была эффективно выйти замуж за Бродского, но при этом она в него влюбилась, что девушка не была. Вот, но совет делал это, не такая простая, она не хотела отдавать, чтобы он как птичка улетел, когда он помучился, и поэтому в 72 году ему предложили уехать или на запад, или на восток, и он уезжает. Только в 1975 году, вот он уже, только в 75 году, вот этот провод Довлатова, ехал Довлатов. Что касается Алексея Хвостенко, то он в некотором смысле предопределил поведение следующего литературного поколения. Он ушел под воду. Алексей Хвостенко писал свои песни замечательные и свои картины делал. Полностью понимая, как, кстати, Даниил Хан установил, что это никогда не будет распространено дальше его ближнего круга. А именно, главное величие замысла, главное себя не уравнять. Ну, к счастью, Хвостенко до нас дошел, он уже очень молодой человек, вы все помните, в 90-е годы, встреча с ансамблем «Калибри» и ансамблем «Аукцион», да, как он называет, дедушка русского рока. Для него он вот. Вот. Именно на этих людях это замечательное поколение и закончилось. Ну и коротко о том, что этому последовало. Значит, итак, одно поколение – это попытка войти в официальную литературу, которая, ну, для кого-то оканчивается
более-менее удачно, но всегда ценой страшных уступок. Да? А для кого-то, ну, несчастье. Могу перечислить вам массу людей, которые, что называется, погибли, самые способные из этого поколения. Для следующих, ну, грубо говоря, моих сверстников, уже было совершенно очевидно, что здесь ловить нечего, что жизнь длинная, и что есть два выбора. Один выбор – это триада, сейчас, тачка, дачка и собачка. Главное, так сказать. Ну, главный приз брежневского времени. Жизнь удалась. А другое – это все-таки ты в тиши собираешь, я не знаю, из спичек модель, не знаю, что, пантеон, коллизия. То есть занимаешься некой работой, которая выглядит бессмысленной, обреченной на герметичность, но абсолютно потом уже помещает. Вне, это тоже очень важно, вне надежды на то, что это когда-нибудь откроется. Ну, правда, исходя из того, это очень важно для русского общества вообще, что есть большое количество симпатизантов, которые на самом деле все-таки отличат то, что ты делаешь, от какой-то полной ерунды, которые знают, что Вася на самом деле гений. Если Коля, Петя или Наташа знают, что Ваня гений, то Ваня уже может быть счастлив. Вот идея 70. В живописи это качество гораздо более старшее. Участники, так называемого, Ариповского круга. Это, по-моему, самые замечательные ленинградские художники подпольные 40-х-60-х годов. Это такие плакатные мальчики, выгнанные из средней художественной школы при Академии художеств в 44-м году. Причем одноклассники Ильи Гузунова, они из одного класса. Арифьев и его группа. Видите, какой совершенно невиданный для Советского Союза экспрессионизм. Кстати, 54-й год, письмо с фронта, что там еще. Действительно, это такие у Ленина. И такой вот неожиданный самоучка, он уже немецкий такой, конечно. Это Владимир Шагин, отец Митя Шагина. Это Шемякин уже упомянутый мной. Это очень популярный художник, большой приятель Бродского, Олег Цилков, который довольно рано ехал в эмиграцию. А эти все, они работали малярами. Они не восстанавливали, не восстанавливались нигде. Значит, тянулись 70-е бесконечные. Единственным спасением был маленький двойной в продолговатой кишке Капитолия Сайко, где были дарования, и тем не менее, я бы сказал, так передавалась, по крайней мере, эстафетная палочка культуры. Три главных деятеля сайгонской культуры, то есть тех, кто последовал Бродскому, последовал в том смысле, что не уронил здание, так сказать. Были Константин Кузьминский, который только что умер в апстейте Нью-Йорк. Безумный абсолютно человек, он лежит, да? Красоты неописуемой. Откуда у него были кожаные штаны первые в городе Ленинграде? И когда он с такой огромной бородой, с палкой, вырезанной из какого-то сучьем, кожа на штанах, выходил на Невский проспект, то было понятно, что счастье-то будет. И свою комнату на бульваре Профсоюзов он превратил в такую галерею. Это первая выставка фотографий, свободная в Ленинграде. Это Виктор Кривулин, поэт, организатор религиозных, философских, литературных, исторических семинаров, у себя на дому учитель тысяч людей, издатель самиздатского журнала, который назывался «37» по номеру его квартиры. Это неожиданная попытка, как сказать, неожиданный прорыв, когда советская власть испугалась и на 3 дня разрешила выставку неразрешенной живописи. Непонятно, почему не разрешено, честно говоря. Там картинки были разного уровня. Но, понимаете, в чем проблема с человеком, который не попадает в официальную литературу или художественный процесс, да? Вот этого Вася.
которого любит Наташа и Коля. Неизвестен Наташа, Коля и Володя, какой он вкусный. Может, они любят Вася, а Вася телефон пишет. И художник, он испытывается только большой аудиторией. Ну или, по крайней мере, профессионал. И это, конечно, тоже загубило огромное количество здоровья, потому что в Сайгоне все были гении, иначе было трудно выжить. Иначе непонятно, почему ты стоишь в этом Сайгоне, пьешь кофе, не ходишь с утра на работу, не чертишь на кухне, какой-то никому не нужно детали. Вот. И картинки были самые разные. Некоторые из этих художников стали знаменитыми, все ее знаете. Анатолия Белкина, недавно Миша Овчинникова, Эрика Гамолова, отца Александра Невзорова. Ну, какие знаменитые художники. Но в основном свитки, при этом запрещалось любое произведение на религиозную тему, на политическую тему и, конечно, фотографические сочинения. Поэтому, если человек рисовал красный, то КГБшник долго не рассмотрел. Время не похоже, купил данный человек в определенном раке и пропускали. Но все-таки это было нужно людям, потому что вот мы с вами видели в очередь в музее квартиры Бродского, да? Представьте, в очередь в 6 раз длиннее, при этом это не Санкт-Петербург, это не угол Пестеля Литейного, а станция на Кировский замок. И круглоконная милиция. Так что что-то там было. Вот основоположник подпольной фотографии ленинградской, Борис Милов. Самый дорогой сейчас художник в Руске, только есть. Он повернул, можно сказать, хрусталик наших фотографов, потому что до него Ленинград фотографировали только очень веселым, не оптимистичным. А сейчас только так. Ведь он придумал, а дальше оно никуда не пошло. Вот это черно-белое, да, вот эта пиранезия, вот этот пучок на разрушающейся статуе к символу города, это придумал. Ну и наконец, собственно говоря, победили. И в каком смысле являются детьми Бродского через сложное расследование, конечно, специалисты по рок-н-роллу, то есть специалисты исполнители. Это, конечно, я считаю, что, может быть, это как-то звучит слишком элементарно, но мне кажется, что прямым наследником Бродского является Борис Гребенщиков. Потому что Борис Гребенщиков в 60-е, 70-е годы, я начал в 80-х, работал так, как в советской власти не было. Вы знаете, что стихи «Аквариума» абсолютно не антисоветские. Он написал одну песню, полковник Васин прибыл на фронт, но уже на излете совершенно в этом. И тоже там ничего, так сказать, такого призывающего пункта нет. Это абсолютно герметическая поэзия, очень сложная, но для рок-н-ролла, так это вообще бывает посложнее. Если сравнивать это с каким-нибудь Макаревичем, то понятно, что это Макаревич рассчитан на широчайшие массы, как Алла Пугачева, а Гребенщиков скорее на относительно узкие. Ну, грубо говоря, как Вертинский, да? Гораздо хуже, чем та аудитория, на которую был рассчитан другой гений Владимир Высоцкий. И она совершенно другая. Она не московская, не российская, она не петербургская аудитория. И в результате ему удалось прорваться. И так как прозу писать в подполье невозможно, потому что клейка впечатывает, да? А поэзия тоже, в конце концов, выдыхается, то музыка, конечно, победила, потому что это эпос. Грубо говоря, ты слышишь песню про Владимира Иванова, да? Два раза послушал, третий раз взял гитару и спел. Ну и, конечно, победили советскую власть, технические средства, как нас учат. Такой Карл Маркс, что главный пиратель производительных сетей. Это, конечно, кассетный магнитофон. Кассетный магнитофон позволил поэзии Гребенщикова перейти уровень, ну и последовавших там Шевчука, Цоя, перейти уровень того, что выполняла машинка пишущая Эрика. 6 копий и все, да. А тут сегодня ты записал песню про то, что
все братья и сестры, и на завтра это прослушать не будет. И коробейники разбудят всему, там все страны. В 1985 году ситуация поменялась. И здесь тоже очень важно нам понять, почему ни Бродский, ни Довлатов не вернулись. Мы же ждали. Ну, Довлатов, наверное, бы вернулся, если бы он вернулся. И мне даже страшно представить, что бы здесь с ним случилось. Я думаю, его бы избрали верховным депутатом, потому что это РСФСР. Ну, ладно. Ну, тут дружим с каким-то симпатичным людьми, без Бориса Молодцова, наверное. Ну, в общем, это не его дело, в принципе. А время прозы уже заканчивалось, уже в 90-е. Ну, вплоть до Пелевина никто не дебютировал, да? Вот. Что касается Бродского, то он, в отличие от Довлатова, это понимал прекрасно, что он здесь будет писать не было. И тоже, представляете себе, вот Довлатов приезжает сюда по приглашению Анатолия Александровича Собчака, сообщается своим пустословием, вот, рассказывает, да, читает стихи, это было бы пошло очень. То, что он был с нами в дни нас, это тоже, так сказать, это совершенно правильно выбранная поза. Те, кто не любит Бродского, а таких довольно много, его в ближайшем окружении, потому что он был человек резким, даже указывают на то, что он был неприятный, властный, обдумывал каждый свой шаг. И, собственно говоря, мы должны понять, что это и есть в некотором смысле, с чего я начал, его величайшее произведение. Человек построил вот и Довлатов, и Бродский, они построили свою жизнь таким образом, что их жизнь является законченным произведением, биографией самой всей. Я уж тоже много раз говорил, что в музей квартиры Пушкина и Саудов берут следующим образом. Если он берет экскурсию в первом зале, и в последнем зале люди плачут, то он профессионально пригоден. Если они не плачут, он не приходит. Вот, потому что жизнь Пушкина это и есть такое законченное представление, да, с кулиданкой в конце. И путь Бродского, который не боялся ни советской власти, ни американских студентов, ни курения сигарет ЛМ, оно есть вот его величайшее произведение. Спасибо за внимание. Вы знаете, много поэтов существует, и людей, которые называют себя поэтами, но многие пишут стихи, да, но и при этом называют себя поэтами. Вот вы считаете, Бродский это поэт? Да, определенно поэт. Почему? Ведь многие пишут стихи. И немножко врасплох, конечно, заставлю таким вопросом, почему? Честно говоря, я даже не задумывался над этим. Вот многие люди пишут стихи. Одни себя при этом называют поэтами, и другие скромно не называют. Как вы считаете, Бродский-то поэт? Да, я считаю. Почему? Вы знаете, я не могу сказать, но в этом случае я его чувствую кожей. Даже то, что я не понимаю, в отличие от Пастернака, которого пыталась пробиться через него, он мне не открылся, Пастернак. А Бродский... Даже то, чего я не понимаю, я не знаю, он мне очень близок. Даже не знаю почему. И может быть еще потому, что вот я вчера смотрела этот фильм, обрыдалась совершенно. Почему еще ни один поэт, не говорил о том, что вот у нас именно не к людям, вот в большом смысле, а к человеку нет внимания. И пока мне рот не залепили глиной, я буду сострадать. Нет, из них будет только благодарность. Да, благодарность, да. И вчера то же самое. Вот он говорил, что самое главное, несмотря на его весь снобизм, на все, доброта. Вот это я тоже. Что человек
несмотря на, может быть, это уже в конце жизни он пришел, я чувствую, от него исходит именно добро. Спасибо. Как вы считаете, Бродский поэт? Конечно. Почему? Ну, он сам себя считал поэтом. А, значит, достаточно себя называть поэтом, чтобы таковым быть? Конечно. А как вы считаете, Бродский поэт? Ну, если человек писал стихи, которые многие любили, я думаю, что да. Значит, а признание, конвенциональное признание вполне достаточно, чтобы быть поэтом? Ну да. Он же не для себя писал в какой-то степени, наверное. Спасибо. Вот. Как вы считаете, Бродский это поэт? Противовес фильму, который... Да, там фильм так тоже на такое название «Бродский не поэт». Вот как вы считаете, Бродский это поэт? Ну, мне кажется, поэт, конечно. А почему? В первую очередь. Ну, потому что стихи мы читаем и наслаждаемся, и каждый находит что-то свое. Конечно, поэт. И каждый будет и находить что-то свое всегда, наверное. Спасибо. Многие люди пишут стихи. Некоторые себя считают поэтами, некоторые себя не называют поэтами. Как вы считаете, Бродский это поэт? Я думаю, да. Почему? Почему? Почему он поэт? Ведь многие пишут стихи. Потому что он гений. Ну, а почему? Почему он гений? Не знаю, это субъективное мое мнение. Просто читая его стихи, я считаю, что они гениальны. Это мое субъективное мнение, лично. Я не претендую там. Как вы считаете, Бродский поэт? Поэт. Почему? Возможно, Лев Яковлевич ответил на этот вопрос на лекции. Но вы-то как считаете? Для меня любой человек поэт, в первую очередь, в душе. Но Бродский всегда ставил для себя планку, это выше предела человеческой возможности. Как вы считаете, Бродский это поэт? Называл он себя поэтом или нет? Он себя называл поэтом. Как вы считаете, он поэт? Я считаю. Я не могу, к сожалению, сказать. Я думаю, да, он поэт. А почему? Почему? Да. Если отвечать на формальный закон, то поэзия в данном случае будет, наверное, наиболее яркой передачей образа. Соответственно, наверное, это делал, я так себя считал. Вопрос только, как себя считать, немножко другой вопрос. Вот вы пишете стихи? Писала раньше. А как вы считаете? Вы поэт? Конечно, нет. А почему? Вот некоторые люди называют себя поэтом. Бродский себя называл. Я поэт. А как вы считаете, Бродский поэт? Мне кажется, Бродский поэт, потому что для Бродского это образ жизни, в отличие от меня. То есть для меня это было, ну, определенное увлечение, которое закончилось, и, в общем-то, я о нем даже не вспоминаю. Для Бродского это как бы была вся его жизнь, больше, чем жизнь, поэтому, безусловно, имеет право так себя называть. Спасибо.